Приветствую вас. Смотрите. Идея в чем? Вы, когда и если хотите быть хорошей, например, вы пытаетесь, как правило, доказать кому-то что-то. Вы пытаетесь доказать кому-то что-то, например, то, что вы хорошие. И хорошие вы пытаетесь быть, потому что вам кажется, ключевой момент, что именно кажется, что если вы будете хорошей, то вас будут любить, вас будут ценить, вас будут уважать. Понимаете? Какая штука. И это, в свою очередь, всего лишь означает, что вам подобного не хватает. И если вам подобного не хватает, то есть если вы, вот, грубо говоря, не можете принять себя, да, если вы не можете принять себя такой, какая вы есть, то это как раз таки вопрос к вам, да, почему вы не можете себя принять, что вам мешает себя принять, что вам мешает принять себя такой, какая вы есть, вот. Понимаете, какая штука. И вот в этом направлении, в направлении принятия себя безусловного, и нужно как бы работать. Именно вот в направлении безусловного принятия себя, безусловного принятия своих желаний, своих ценностей, понимаете, своих эмоций, своих переживаний, вот. То есть речь идет именно о том, что вам необходимо перестать кому-либо что-либо доказывать. Для чего? Как раз таки желательно принять себя такой, какая вы есть. И уже после этого, после того, как вы себя примете, ну, возможно, развиваться, что-то делать, да, то есть я имею в виду двигаться в направление, какие-то, вот, и так вот, так вот, для этого необходим личностный рост и воспитание любви
к себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.